Привет. А это видео для тех, кто хочет пранкануть свою женщину. Проституток принимают на работу. Чтобы проверить их профессионализм, говорят следующее. Мы завяжем вам глаза, будем вставлять разные вещи, и если понимаете, что это такое, вы приняты на работу. Первый такой, берут швабру. Что это? Она, кажется, швабра. Молодец, проходи. Другой, короче, веник, понимаешь, вставляет. Что это? Она такая, блин, ну веник вроде. Молодец, проходи. Третий вставляют, как он толстый этот называется? Маркер. Молодец, проходи.